Лункина 2, туда на Смоленск, она в кустах. Ее туда целенаправленно, вот как принесли, положили, я не знаю, ли она сбитая, или что, она лежит и плачет, встать на задние лапы она не может. Не очень понимаю, где эта деревня, в общем, в стороне Галынок, да, сейчас я посмотрю. Перед Галынками, получается, на двух, вы в Смоленске сами? Да. Вот приехали, стоит девушка, она звонила, сейчас будем смотреть, что там за собака. Приехали сегодня в безлюдное место, вообще тут ни деревень, ничего. Ну вот указатель стоит на гранке, километр. На два, туда несколько километров. Тут какое-то болото. Туда, может быть, какая-то деревня, но я даже не знаю. И вот девушка. Стесняется, но все-таки. Девушка остановилась в туалет днем и услышала собаку. Ее отлично слышно, она скулит и лает в кустах. Посмотрела и стала искать помощи. Сейчас уже ближе к вечеру, вот мы приехали, нам сообщили, мы приехали, будем забирать. Но камыши, мне кажется, о многом говорят. И вы приехали забирать, да? И вот мужчине сообщили, тоже он за собак говорит, убью, поэтому тоже приехал. Тропинка, как я его вот нашла, там тропинка? Да. Проще туда пойти, да? Ну, там ну, пойдемте туда. Туда. Что, тут лежит, не да? Не надо ему ничего, давайте еще раз поедем. Так, что, предлагаете морду не завязывать? Ну, я думаю, да, нет. Потому что, я говорю, у него правая задняя лапа, она вообще болтается, все, там, бойся. Наверное, перелом в нескольких не местах. Не бойся, его просто положить на этот мешочек и вынесем, и все. А можете взять за задние лапы, он может цапнуть, вот в чем дело. Просто сейчас положите, я его сдвину сюда. Нафиг оно надо. Так возьму. Ну, морду завяжем, положим. Да, не он. Даже. Я думаю, если бы вас за переломанную ногу кто-нибудь взял, вы бы тоже с кулака дали. И это да. Поэтому это тут такое дело. С кулаком уже нет. Агрессивности нету, но будет больно, если то. Скажи, да, я себя буду отстаивать. Можно вот так вот? Спасибо. Ему и так больно. Не, я ему давала попить, приносила с машины бутылку, отрезала, но морда плохо лезла, но немножко попил. Вот, ну я думаю, если я в час ехала, он здесь уже был. Давайте можем на это отнести. Давайте. Да, давайте поможем. Давайте, проще будет, да. Главное, нам там не споткнуть, чтобы она не попала. Не бойся, не бойся. Подались? Ну, клетку это нам не надо. Так положили бы, и все. А если он начнет вставать? Навряд ли. На три лапы? Навряд ли. Может, может, он там но ползал. Навряд ли или наверняка? Не встанет. Ну забирайте везде тогда. Не, ну куда я повезу теперь? Ну тогда кладем сюда. Вставали те, у кого два вывиха сустава, у кого говорите. Делали пузы себе. Ну и стали, как говорится. Он так и будет ставить в машине и падать. У меня была собака с двумя вывихами сустава. С одной стороны, она порезала. Как-то на месте. Да? Какой стороны? Тебе как угодно. Как угодно. С ошейником, однако. Да. И миска, говорит, стояла? Там бутылка 5-литровая обрезанная с водой. И 4 куска колбасы. Спасибо.